Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Что означает ваше число достижения согласно нумерологии? Нумерология – это очень обширная практика, которую трудно постичь досконально даже за одну человеческую жизнь. Но все же, чем больше мы знаем о ней, тем больше мы можем понять о себе. Если вы хоть немного интересуетесь нумерологией, вас заинтересует метод, позволяющий увидеть, как наше подсознание притягивает успех. Число, которое мы получаем с помощью определенной формулы, называется числом отношений либо числом достижения. И это число показывает. Отражает внешний вид или первое впечатление, которое вы производите на окружающий мир. Некоторые специалисты-нумерологи считают, что это число является важным индикатором вашей успешности. Отражает внешний вид или первичное впечатление, которое вы производите на окружающий мир. Некоторые специалисты-нумерологи считают, что это число является важным индикатором вашей успешности. Рассказываю, как лучше всего воспользоваться своими врожденными дарами и использовать их для достижения изобилия, процветания и максимального удовлетворения. Вот как это рассчитывается? Просто сложите цифры вашего дня рождения, день и месяц, без года. Пример, 1 августа. Месяц августа 9. День 1. 1 плюс 9 – 10. Складываем 1 плюс 0 равняется 1. В этом примере число достижений или отношений, оно же число успеха равно единице. Готовы провести расчет? Тогда в данном видео вы узнаете, что означает ваше число успеха. Единица. Первое впечатление, которое вы чаще всего производите на окружающих, это человек независимый, свободолюбивый и обычно не обращающийся к другим за помощью. Вы целеустремленный, но при этом очень независимый человек. Люди с этим числом часто занимают руководящую или влиятельную должность и всегда руководствуются правилом «никогда не просить о помощи». Эти люди позиционируют себя как носители нового и изобретают различные методы борьбы с окружающей средой. Уверенные в себе, целеустремленные, ориентированные на достижения, вы любите добиваться цели, занимая руководящую позицию. У вас часто возникают проблемы с самооценкой, что мешает продвигаться без поддержки со стороны. Двойки. Люди с типом личности 2 имеют вид человека с благими намерениями, полезного и очень приятного, если даже просто находиться поблизости. Вы интуитивны и, вероятно, склонны к более мистическому взгляду на мир. Вы также чувствительны, и вибрации окружающих влияют на ваше настроение. Вы обладаете аналитическими способностями и зорким глазом. Кроме того, многие из вас обладают способностями ясновидения и могут регулярно испытывать дежавю. У вас нередко бывает богатая фантазия, которая иногда сбывается. Тройки. Впечатление от людей с цифрой 3 – человек общительный, динамичный, умный и находчивый, с хорошим чувством юмора. Такие люди – душа компании, и несмотря ни на что, ваше душевное состояние обычно передается окружающим. Когда дела идут не так, как планировались, и кажется, что все достигло дна, вы мобилизуетесь и помогаете своим близким. Но также, если у вас плохое настроение, это чувствуют все. Вы не стареете, остаетесь молодыми, по крайней мере, умом и душой. Истина в том, что вы способны многого добиться для себя и других, благодаря своему мощному влиянию на окружающих. Четверки. Такие люди производят впечатление преданного, надежного и основательного человека. Вам трудно идти на риск, из-за чего иногда выглядите жесткими и непримиримыми. На самом деле, отношение к типу 4 просто демонстрирует заботу о благополучии своих близких. Ваше беспокойство и осторожность следует рассматривать как заботу о других людях, а не как действие человека, постоянно пытающегося помешать планам людей. Вы остаетесь спокойными, тихими, поэтому трудно понять, о чем вы думаете, но вы просто анализируете ситуацию. Вы можете помочь окружающим людям увидеть мир с другой точки зрения. Придерживаясь традиций, вы настойчиво добиваетесь успеха в жизни и полны отличных советов, если кто-то спросит. 5. Яркое, смелое, полное идей число 5 принадлежит выдающимся художникам. Вы из тех смельчаков, которые любят рисковать и не боятся перемен в своей жизни. Как и 3, вам нравится быть в центре событий. Вас часто вспоминают как самого смешного человека на вечеринке, и вы любите флиртовать. Вы постоянно ищете новых впечатлений, приключений, и это связано с вашим храбрым и всегда бдительным отношением. Вы получаете огромное удовольствие от часто совершаемых поездок. Однако эта высокая открытость также означает, что вы можете чрезмерно предаваться плотским удовольствиям.
Возможно, вы также балансировали на другой стороне того же спектра и налагали слишком жесткие ограничения на себя или на окружающих, что еще печальнее. Ваш урок – научиться балансировать, так вы достигнете даже большего, чем мечтали. Шестерки. В глазах людей с числом 6 нет ничего важнее, чем создание тесных социальных связей. Вы пришли к выводу, что нет ничего важнее друзей, семьи и близкого человека. Вам нравится заботиться о людях, и это отношение применимо к вашему рабочему месту. Вы цените отношения со своими коллегами и часто становитесь любимцем в офисе. Благодаря вашему глубокому аналитическому складу ума, вы всегда можете рассчитывать на то, что докопаетесь до сути. Вы всегда стремитесь сделать все идеально, когда дело касается любой поставленной перед вами задачи. Вы также целители и можете использовать свое понимание любовь к людям, чтобы улучшить их жизнь. Стремитесь привлекать к себе только лучших людей. Используйте этот подход для самых разных занятий. Семерки. Число 7 – одно из тех духовных интуитивных чисел, сочетающихся с аналитическим складом ума. Вероятно, у вас есть необычные интересы и хобби. Однако, к сожалению, ваши богатые знания не всегда преобразуются в социальные навыки. Поэтому социальная интеграция с другими людьми или поиск своего истинного места в мире могут оказаться трудной задачей. Вы достигнете наивысшего блага, если поделитесь своими навыками с другими. Ваш самый мощный дар – это ваши способности к аналитическому и критическому мышлению, которые принесут вам не только личное удовлетворение, но и успех. Однако вы склонны изолировать себя, вы можете оказаться в одиночестве, чтобы избежать шума повседневной жизни, но вы должны понимать, что уход в самоизоляцию не будет конструктивным на длительный период времени. Восьмерки. Большинство людей с числом 8 часто испытывают сильное желание взять под контроль свои обстоятельства. Деньги и власть могут быть в центре вашего внимания, независимо от того, есть они у вас или нет. Ваш опыт общения с людьми и организациями приведет вас к улучшению навыков, опыта и мудрости. Вам не нужна самоизоляция, поскольку вы можете хорошо интегрироваться с другими. Уважение к другим без осуждения может помочь им достичь своих целей в жизни. Будьте осторожны, не следуйте чисто материалистическому пути. Это приведет к разочарованию, высокомерию и сильному беспокойству в вашем характере. Эти энергии отдаляют вас от процветания. Если вы пойдете чисто независимым путем, он также не приведет вас к вашим целям. Поделитесь своей мудростью с другими. Девятки. Как высшее число элемента самопожертвования часто находится в центре внимания числа 9. Этот человек может достичь своей божественной цели, если научиться отпускать то, что сдерживает. Привязанность может быть проблемой, как и чувство ответственности за эмоциональное состояние других. У вас есть сильное желание помочь, которое часто мешает вам прогрессировать. Вы должны осознать, что нельзя вечно отдавать, не получая. Чрезмерная самоуверенность приведет вас к фатальным ошибкам в суждениях. Вы должны помнить о своих обязанностях, но забота о себе также имеет решающее значение, как и оттачивание своих творческих навыков. Вам также следует избегать слишком много требований от других. Будучи идеалистом, вы предъявляете высокие требования к другим людям. У вас есть новаторские идеи, которым многие люди научились, даже не осознавая этого. Не верьте комплиментам, если кто-то говорит, что многому у вас научился. На самом деле это может быть вашим слабым местом.